Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп обещал на встрече по сбору средств бомбить Москву и Пекин во время своего президентского срока. Об этом пишет The Washington Post. Он допустил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся в Тайвань, говорится в материале. Этими заявлениями он удивил некоторых доноров. Ведь тот же Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт в Украине за сутки в случае своего переизбрания. В марте 2023 года он сообщил, что предупреждал Москву о возмездии в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп неоднократно указывал на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На пост президента баллотируются действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Путин заявлял, что для России кандидатура Байдена в качестве президента США выгоднее Трампа, поскольку первый является более предсказуемым, но подчеркнул, что Москва будет работать с любым легитимным лидером США.